В минувшую субботу в гости к бердским ребятишкам и их родителям приезжали детские писательницы Елена Борода из Тамбова и Лариса Романовская из Москвы. Елена Борода представляла свои книги про подростков и старшеклассников и в первую очередь новую повесть «Зум. Карантинная история» из нашего недавнего пандемийного прошлого. Но, скорее, эта книга не про карантин, а про интересы подростков, об их психологии становления, о годах взросления, иногда совпадающих с периодами отчуждения и отстраненности. Очень тепло Елена Борода отзывается о Бердске и бердчанах. Мне очень нравится город Бердск, я здесь уже второй раз. Очень надеюсь, что этот фестиваль будет плодотворным, что здесь, возможно, меня ждет новый источник вдохновения. Ну, в общем, любая встреча, она для меня является источником вдохновения. Мне очень нравится разговаривать с читателями. Впервые проходит фестиваль, который называется «Лето книгами согрето». Организатором этого фестиваля выступает Новосибирское библиотечное общество и Новосибирская государственная областная научная библиотека при поддержке фонда президентских грантов и правительства Новосибирской области. В 2022 году Новосибирская область признана самым читающим регионом, и поэтому работа по продвижению чтения вот так по-прежнему широко, все шире и шире разворачивается на наших территориях. Детская писательница Лариса Романовская рассказывала на фестивале о своих сказках и фантастических историях, в том числе и про волшебного зверя Евсея из одноименной книги. Книжные феи писательницы ответили на вопросы юных бердчан о своем творчестве, о своей работе преподавателя, о планах новых книг, а также на вопросы обо всем на свете. Такой кучей вопросов завалили их любознательные бердские читатели. Также юные читатели в рамках книжного фестиваля смогли принять участие в мастер-классах, тематических играх и написать письма бойцам на передовую СВО.